30 апреля 1994 года двое мужчин прибыли в местный аэропорт, где арендовали небольшой одномоторный самолет Cessna для личного полета. Они решают заснять свой полет на любительскую камеру, но тогда у них и мысли не было, что впоследствии это видео станет главной уликой в их смерти. Самолет оказывается в воздухе и летит над равнинами сельскохозяйственной местности. Человек, держащий в руках камеру, снимает индустриальные объекты на земле. На следующем фрагменте видна кабина самолета. Позже следователи скажут, что показания всех приборов находились в норме. В какой-то момент они замечают пожар внизу и решают спуститься ниже, чтобы снять его крупным планом. Самолет летит очень низко, буквально в нескольких метрах над землей. Затем пилот совершает небольшой поворот влево и увеличивает обороты двигателя. Самолет продолжает лететь над полями на малой высоте, навстречу своей смерти. Двигаясь на малой высоте, пилот замечает линию электропередач, расположенную прямо по курсу. В какой-то момент на записи можно разглядеть опору ЛЭП. Самолет двигался перпендикулярно линии электропередач, которая проходила вдоль автомобильной дороги. Пилот спрашивает своего товарища, пролететь под проводами или над ними, на что тот отвечает «над». Приняв решение пролететь над линией электропередач, пилот резко потянул штурвал на себя, чтобы набрать высоту. И тем самым создал критический угол атаки. Самолет взмывает вверх и оказывается практически в вертикальном положении. Из-за резкого падения подъемной силы самолет перешел в сваливание и рухнул на землю. Пилот и его пассажир погибли. По факту крушения было проведено расследование, которое установило, что самолет находился в исправном техническом состоянии, а в организме пилота и пассажира не было обнаружено следов алкоголя или запрещенных веществ. В качестве причины крушения было названо непреднамеренное сваливание самолета в ходе набора высоты. Основным фактором, приведшим к трагедии, стал полет на малой высоте, что сделало невозможным вывод самолета из сваливания. Помимо этого, еще одним фактором явилось показательное поведение пилота. Аналогичный инцидент со смертельным исходом произошел 10 августа 1984 года в штате Колорадо. В тот день самолет Cessna вылетел из аэропорта Гренби. На борту находились два человека – пилот Джеймс Кэддл и пассажир Рональд Уилмонд. Цель их полета остается неясна, поскольку в разных источниках указывается противоречивая информация. Согласно первой версии, они выполняли поручение департамента лесного хозяйства – заснять на пленку последствия деятельности жуков-вредителей, опустошающих сотни гектаров леса. Для этого пилот установил видеокамеру на приборной панели с целью визуальной фиксации любых признаков заражения жуками. По второй версии, они проводили осмотр трубопроводов с воздуха в рамках контракта, который Кэддл заключил с нефтяной компанией. Так или иначе, самолет благополучно покинул аэропорт, однако так и не прибыл в пункт назначения. Судьба пропавшей Cessna и двух находившихся на борту мужчин оставалась неизвестна до тех пор, пока 3 августа 1987 года группа туристов не обнаружила ее обломки в лесу. Место крушения находилось на склоне хребта, густо заросшего деревьями, в том же самом географическом районе, где 3 годами ранее пропала Cessna. Осмотр места падения показал, что самолет приземлился прямо на аварийный передатчик, что сделало невозможным прием сигнала спасателями. Также было установлено, что после крушения начался пожар, однако он быстро затух. Это не позволило определить место падения при воздушных поисках, проведенных вскоре после исчезновения самолета.
Помимо останков двух человек, среди обломков также была найдена видеокассета. Удивительно, но она пережила не только крушение, но и целых 3 года воздействия окружающей среды. Семья погибшего пилота запретила показывать запись широкой публике, и на отснятый материал был наложен 20-летний мораторий. Его срок действия истек в 2009 году, и он не был продлен, поэтому видео стало общедоступным. На записи видно, что пилот продолжал лететь над постоянно возвышающейся местностью до тех пор, пока не оказался в ловушке. Он увидел заснеженные горные склоны, которые почти наверняка находятся на подветренной стороне горы. Опытные летчики знают, что это может вызвать сильный нисходящий поток, и обучены не лететь прямо на них. К тому же высота, температура и влажность в совокупности создали высоту плотности 4000 метров, когда фактическая высота составляла 3100 метров. В этот момент самолет достиг практического потолка и не мог подниматься выше. Поняв, что самолет больше не набирает высоту, пилот, по-видимому, запаниковал. Он делает крутой поворот вправо, пытаясь быстро развернуться. В этот момент воздушное судно теряет подъемную силу и переходит в сваливание. Пилот безуспешно пытается исправить ситуацию. В конце концов, самолет задевает деревья и разбивается. В качестве причины крушения была названа ошибка пилота. Факторами стали большая высота плотности и гористая местность.